Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сером 1 Холиплей. Первый сервер, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня у нас такая необычная серичка. Сразу напомню, что как только мы набираем 100 лайков, выходит новая серия. Только 100 лайков, сразу же новая серия. Думаю, по этому ролику вы поняли, о чем сегодня пойдет речь. Короче, мы купили, получается, 6-й бизнес. Почему 6-й? Потому что, не знает, у нас есть своя компания, своя команда, своя бригада, можно сказать, своя братва, где у нас есть люди. У нас там сколько? 6 человек? Не, 7 человек получается, да? Даже больше, по-моему. И теперь у нас 6 бизнесов. 6 бизнесов, это у нас 2 аптеки в Южном. Минуточку внимания, хочу посмотреть вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Потом обычно все возле Алькатраса, потом СТО в Южном возле ДПС и таксопарк. И теперь мы купили столовую, сейчас я вам ее покажу, все расскажу и так далее. Сейчас доедем только, да, только не на Мурке сегодня поедем, потому что ни бензина нету, тогда возьмем Мерседес. В Ямахе мне, по-моему, тоже бензина нету, поэтому берем Мерседес и едем к нашей новой столовой. Купили этот бизнес мы буквально сегодня, примерно в 4 часа по МСК. Купили мы его Леону. Я Леон, у Леона там бабки были, я ему еще добавил. Еще нам помог Джонни Прайд, за что ему большое спасибо. Тоже подогнал бабок. И вот мы купили бизнес, это столовая в Бусаево. В принципе, продавали его по вкусной цене. И мы решили его купить. Кстати, это столовая, какую нам продали, это столовая моего подписчика, какого, кстати, была, по-моему, Honda Civic, его была аж в видосе, это его тачка была, и он продал нам этот бизнес, он у нас в ОПГ, в принципе, у нас тоже в ОПГ находится. Кто, кстати, хочет к нам в ОПГ, то ссылка на лидера, ссылка, куда нужно писать на капсостав, и Discord, и группа тоже будет все в описании, можете там найти. Но я уже почти доехал до нашего нового бизнеса, до нашей новой столовой. Вот я почти доехал, вот здесь находится наша столовая новая, смотрите. Вот Лыткарина, где была раньше ферма, вот здесь была ферма, и вот в этом городочке мы купили столовую себе, короче. Мы купили себе столовую, вот на мини-карте, видите, тоже отображается, вот здесь, вот она столовая, показывается. Можете приезжать кушать, сейчас я вам ее подробно покажу. Подробненько покажу. Финка там, пацаны, 10-20 тысяч. Примерно. Вроде бы как. Поэтому нормально. Вот это столовая, короче. Кстати, прикольное такое место на самом деле. Вот так вот. Находится он рядом возле 24/7. Вот там 24/7, но что-то владелец чекпоинт решил не покупать. Тогда не знаю, зачем он ему вообще нужен, но все же. А вот наша столовая. Так, продолжаем, мне телефон звонил просто. Вот это Бухаевка. Бухаевка. Я, кстати, только название обратил внимание. На название Бухаевка. Вот, принадлежит оно Леону. Вон, Леон Капулов. Мой братишка, мой дружище. Какой на лидерке стоит, кстати, в ОПГ Солнце. Ой, в ОПГ Южном, блин. В ОПГ Южном он стоит. Так, крышует итальянская мафия. Вход бесплатный. Как всегда, я сказал ему поставить бесплатный. Вы потом попозже увидите фрагмент, как мы покупали, как мы сюда ехали и так далее. Просто решил начало вот такое записать. Хозка у него миллион. В принципе, столовая в Бусаево. Вот здесь, давайте вам подробно покажу. Вот здесь находится вот Бусаево. И вот здесь находится наша новая столовая, которую мы купили сегодня.
денег у меня было мало, поэтому чувак его начал продавать, и мы сразу решили его купить. Я дал за него все бабки, но Джонни Прайд не подкинул баблишко. У меня, видите, вон лямчик на руках. Так, куриный суп. Давайте покушаем, не знаю, может здесь что-нибудь. Тоже можете приезжать здесь кушать, как бы. Столу может заменять вам аптечки. Можете либо у меня аптечки покупать, либо в другом там аптеке. Вот, стакан компота можно выпить. Ну, здесь, кстати, можете удалять жажду своего персонажа, чтобы все было с ним хорошо. Макарон еще покушаем. И давайте еще компотика, киселька. Кисель, кстати, люблю. Кто любит кисель, пацаны, пишите в комментариях. Так, здесь у нас дверь, кстати, открыта. Интерьер здесь, кстати, очень прикольный такой. Мне он нравится. Старый интерьер был не очень, на самом деле. Вот этот классный интерьер. Может, здесь когда-то сходочку сделаем, потому что помещение само по себе большое. Можно будет здесь ходняк сделать. Или, не знаю, пока в планах нет его продавать, но если даже будем продавать, то где-то за 2,5. Если что, там, кому надо будет, то столько мы его будем продавать. Вот здесь вот так вот стульчики стоят. Ну, мне интерьер нравится, напишите, как вам, но раньше интерьер не очень был, у меня было много столовых еще до ГО, и интерьер там был не очень. А вот здесь интерьер довольно-таки классный. Мне нравится, реально, мне нравится. Давайте выйдем отсюда. В принципе, находится оно в таком нормальном месте. Конечно, если бы здесь была бы ферма вон там, как раньше. Не понимаю, лучше бы оставили, как по мне, две фермы. То было бы круто. Вот здесь такая парковочка тоже есть. Кстати, лучше бы здесь дома добавили. Было бы тоже круто. Вон там церквушка есть, можете там жениться на ком-то. Как это сделал, допустим, Влад Хламов. Да. Хотя бы не очень ценит видос, но все же. Давайте проедемся, посмотрим, что тут еще есть. Тут вообще дома есть в этом районе. Я не понимаю, почему не заселили этот район. Лучше бы на самом деле его бы заселили. Было бы довольно-таки круто. Вон церквушка рабочая. Эти дома, по-моему, рабочие. Да, вот эти дома, кстати, рабочие. Это довольно-таки круто. Но лучше бы заселили полностью весь район. Да, здесь есть дома, но лучше бы заселили бы весь район. Было бы много лучше. Тут свалка есть. Я не знаю, рабочих, кстати, или нет. Что-то процентов тут нету. Видимо, нет. Просто текстура поставили. Она никак не функционирует. Ну, а так, вообще, довольно-таки все прикольно, все классно. Можете приезжать. Ну, а сейчас вы видите фрагмент, как мы ехали сюда и покупали этот бизнес. Минуточку внимания. Хочу поставить вам бизнес своего друга. Его бизнес — это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПГ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто. Поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Дальше едь. Сейчас это поворот вот будет поворачивать. Все, погнали. Так, вот. Короче, подъехали, давай. Вот биз. Давай, блин, пусть тебе предлагают зайти на 6. Я у него тачку сегодня тест-драйв брал, снимал. Блядь, у нас 1.7. Виктор, давай за 1.6. Плиз, больше. Нету, нам этот пис очень нужен. Чё? Бро, нужен. Может, давай нам продай.
давай. Нам. Да. Да, ну, мы ему первые написали просто. Кого нет? А, давай, давай, пусть я задни 6. Да-да-да. Заебись. Все нормально. Yeah, boy. Посмотри, бусинес, что там по продуктам вообще. Зайти хоть надо, блядь, посмотреть. Пожрать, нахуй. 350 рублей, нормально. Ну, туха, кстати, классно, зайди глянь. Или у тебя бабок нема. Поставь вход 0, слышишь? Поставь 0. А то я всегда у нас на всех бизнесов. Поставь вход. О. Сколько товаров? Ну да, 75 ставь. 75 у всех стоит. У меня тоже, по-моему, 75. Сейчас я скажу даже. 75 у меня 75 стоит цена за товар. Охуенно просто. Биз купили. Заебись.